Всем здорово. И сейчас я зарабатывать деньги в игре Assassin's Creed 4 Black. Так, погнали. Первый способ. Он самый легкий, как и все другие. Так, не все посередине. Какие? Да. Идем мы на остров Провиденция. Вот здесь это место находится. Мы должны сохранить эту точку и сюда переместиться. Здесь должны быть эти ягуары, черные пантеры. Мы сюда перемещаемся. Так. Перемещаемся сейчас. Загрузки толки что-то. Все. Теперь по-быстрому. Прыгаем потом. Идем вот сюда. А, нужно карту видеть. Сюда. Снизили тек. Все. Снимал шкуру. Этот способ до сих пор работает. Даже в 19 году. Всегда будет работать, и вот так мы можем делать бесконечно, пока он не дается. Мне это особо не нужно, я уже, как видите, деньги уже в сотни, все есть. Да он зайдет-то. Кружок. Ну все, допустим, что-то хорошо. Да, вот и такое. И, короче, так бесконечно вы можете ходить в этих. Есть еще такой же способ. Но уже на другом месте находится. Так, вот. Тум. Вот. И сюда. Точка обзора. Кор. И сюда. Тут по-другому, но так же почти. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Все, прыгаем. Когда мы здесь будет ягуар, вот. Здесь будет ягуарчик. Мы снимаем. Быстро. Вот сюда. Влезаем. И вот здесь тоже. Убиваем. Ну, и так делаем. Так же бесконечно. Способы очень легкие, смогу сказать. И реально очень легкие. Многие скажут, что это будет смысл. Нет, но есть как бы в том, что собирать сундуки, вот штука, это вот мало, можно так делать, и так будет намного проще, потому что это гриндить надо всегда абсолютно. Больше смысла как бы нет, но есть и сундуки и так далее, но этого делать смысла нету как бы. Можно еще подавать ром, сахар. Сейчас колонна. Здесь можно продавать сахар, ром, но говорю так же. Деньги это самое главное в этой игре. И зарабатывать здесь очень сложно. Очень сложно. Сюда нужно перенести ходить, пройти тут на 100%, но потребуется очень много. Я например прошу и это реально. Bienvenido, señor. Ну эти способы самые эффективные и пользуйтесь ими. И все. До встречи всем. Люблю видеоролики.
Новый комплекс. Всем до свидания.